Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся, судя по всему, уже у самого конца, потому что мы добрались до этих пещер, в которых находится портал, который создали древние люди по пути в ад. То есть уже именно к тому месту, которое нам нужно закрыть. И у нас прямо с самого начала серии идут вполне себе неплохие такие проблемы. Так, мне нужна пушка, я думаю, позлее взять. Хороший начал, надо отметить. Я достал. Отлично. Так, блин, какую бы пушку взять на вас? Хорошо. Хорошо я начал. Так, короче, блин, я маленько отвык от игры. Сейчас нам, похоже, придется вспоминать. BFG мы сэкономим, потому что есть ощущение, что сейчас у нас будет серьезный замес. Вот ракетница, в принципе, не помешает. Кстати говоря, меня, несмотря на то, что игра довольно легкая, как мне пишут, наконец убили. В последнее время делают это с завидным постоянством. Возможно, это потому что я не самый резвый парень, ну, как бы там ни было. Так, ну... Хорошо. Теперь вот этот вот паренек. С ним нужно... А, все, мы с ним разобрались, похоже. Так вот, о чем я говорил. Это храм. Это, собственно, то место, куда мы шли. Поэтому, судя по всему, сейчас, пробравшись через несколько довольно непростых коридоров, мы доберемся до финальной разборки. Ну, давайте смотреть, что же тут да как. Видно, что здесь проводили раскопки. Окей. Здесь довольно жутко. Я не играл в игру опять продолжительное время, поэтому отвык от нее, когда вот именно не играешь в игру некоторое время, она по новой начинает пробирать. Конечно, местная физика — это просто три ха-ха. Ну да ладно. Здесь были обвалы, и вообще здесь все капец. Отнюдь не в порядке. Это интересно, что такое. Вот и ты, да? Ну, с вами, я думаю, будет попроще, чем с рыцарями ада. Хотя, конечно, теперь его придет в таких количествах, что просто обалдеть. Ну, да, попотеть все равно придется, хотя враги далеко не самые страшные. Ну ладно. Что бы это могло быть? Судя по всему, это какие-то носительные информации, наверное, что ли? Что это такое вообще? Не знаю, короче. Самое главное, что мы живы. Давайте сэкономим игру. Продвигаемся дальше. Кстати говоря, говорили, что здесь, где-то именно в этом храме, есть пасхалка от разработчиков, причем она на виду находится. Не знаю, будем ждать. Будем смотреть. Неприятно такое место, да? Но красивое. Ощущение, что... Тихо. Блин. Так, ну, блин, скелет еще попёрли. Обалдеть. Ой, скелеты, говорю, пауки. Так, хорошо. Блин, да сколько у вас тут, это же офигеть просто. Короче говоря, тут я чувствую, врагов на нас вывалят уйму просто. Я еще кого-то слышу. Он надо мной, да? Или справа? Нет, он надо мной ходит, по-любому. Что? Тут такой же. Не испугали. Сейчас. Ой, ой, опять кто-то прет. Да ты посмотри, тут что идет уже. Так, у меня кончается плазма. Если таким темпом будет идти, то хватит ее ненадолго. Надо экономить. Офигеть. Короче говоря,
последние моменты что-то на нас выкидывают, по-моему, вообще все, что у них есть. Зачем я это делаю? Ну, ладно. Включил и хорошо. Провод идет назад, возможно, сзади что-то произошло. Хотя сомневаюсь. Так, ну. Опять вы, да? Так, надо будет пушку сменить, потому что... Да, блин, куда ты? Как это вообще произошло? Он же задел за это яйцо, но при этом меня повредило. Хорошо. Так, давайте посмотрим, что мы в итоге... это аптечки. Мы включили аптечку, понятно. Так, ну и... Вот это вот, я думаю, будет оптимально на данном моменте. Сохраним. Хорошо. Я думаю, пора начинать уже использовать куб душ, потому что, блин, сколько врагов было, которые могли убить одного... что это такое? С одного удара. Так, это что? Что-то как-то совсем не нравится. Это что еще за хрень? Ну офигеть теперь. Так, мне нужно... Да блин, пушка, ну хоть ты меня не подводи сегодня. Блин, там со спины еще кто-то прет. Ну это полный пипец. Хорошо. Какие же вы пакостные, это же просто пипец. Минус. Вошло, хорошо. Да, в принципе, блин, катись оно все. И, кстати, да, я знаю, что куб душ прибавляет здоровье. Не надо мне об этом говорить в каждой серии. Так, хорошо. Фу. Ну, вполне так. Не знаю. Короче говоря, я, похоже, приду к тому же мнению, что и люди, которые играли просто в Doom 3. Я, конечно, не играл, но просто под конец, на мой взгляд... Ой, блин. На мой взгляд, должно быть сложнее гораздо, учитывая то, какие толпы врагов на нас прут, и то, с какой легкостью мы их прорабатываем. Не знаю, здесь вот этот момент, по-моему, должен быть по сложности просто поп-разрывающий. Но нет же. Это печально. Ну ладно, раз уж начали эту игру проходить, то, в принципе, на что нам жаловаться-то? С другой стороны, экшон, он, в принципе, неплох, но именно сложности ему... На протяжении всей игры сильно не хватает. Это, на мой взгляд, печально. Но, тем не менее, вот такие вот зарубы, они, конечно, ну, вот чувствуешь, что тебя тут должны просто, ну, я не знаю, там, нагибать прямыми словами, если говорить. Ничего такого не происходит. Ну, окей. Мне, может быть, для летсплея это даже и лучше, потому что, ну, то есть, мы проходим все с наскока, и смотреть интересно. Но, с другой стороны, я понимаю, что игра-то, она вся именно строится на... крутом геймплее, а здесь существенную его часть ослабили. Так, еще ниже идем, да вы издеваетесь, что ли? Если сейчас сюда что-то поднимется, то вот это вот все сдетонирует, это будет просто пипец. Ну, до этого не случится, верно? Все у нас будет хорошо. И никто не умрет. Ну, кроме тех, кто против нас. Так, нет электричества. Что мы делаем? Мы сохраняемся. Ищем какой-нибудь провод, который сюда, скорее всего, идет. То есть я дверь открываю, и здесь становится светло. А, вот, смотри, и наконец сразу стало видно. Такая просто темнота. Становится вообще как неразличимо все. Так, идем на раскопки. Хорошо. Пора с этим совсем уже покончить. Так, ты так далеко забрался. Вообще-то да, Бертругер.
Я иду с твоей задницей. Ты меня просто достал. Так, хорошо. Окей. Окей. Неплохо нас подготовили, так надо отметить. Судя по всему, что-то нас сейчас ждет. Так, патроны. Патроны. Хорошо, все перезарядим сразу. Да, конечно, сейчас вот уже мне откормленному, мне хотелось бы какое-нибудь, я не знаю, там, окно выбора оружия, там, чтобы зажимаешь кнопку, скажем, Q, выбираешь оружие, или колесиком хотя бы, более удобно, чтобы это было реализовано, но как-то этого нет. А от стрелочки я уже отвык, не знаю, совсем оказуалился, похоже. Поэтому мне, допустим, на кнопку 9 во время боя нажимать неудобно, когда у меня руки на ВСА дек расположены. В темноте я не вижу просто эту кнопку, приходится шарить. Ох, как это говорят, размяк за те годы, пока играл в консольные шутеры. Офигеть, тут что-то совсем все плохо как-то уже. Тут они изучали. Ух ты, офигеть. Чем-то это даже напоминает, знаете, я думаю, Прометей, наверное. Вот такие вот древние раскопки, древнее место. И все очень круто. Интересно. Так, это мы видели уже. These tablets were originally discovered in the dig site under what has become known as Site 3. Хорошо. Вот как раз вот эти вот пластины, которые нашли, на которых были именно эти начертания, предупреждения. Так, мне похоже, сюда нужно подойти, потому что как-то уж недобро совсем это все звучит. Не знаю, что-то как-то мне жутковато, надо отметить. Твою мать. Окей. Мне уже страшно, можно я пойду домой? Ох, жуть ты какая, мать твою за ногу, я не хочу туда идти. А звуки какие приятные вокруг, это просто обалдеть. Ой, елки-палки. Да с нами просто играют, нас ведут куда хотят. Ну, офигеть теперь просто. Блин, на ночь такое играть не надо было. Вашу мать. Вот это по-настоящему страшно. Ой. Это кто там сверху? Неважно. Окей. Так, сюда наступать. Я думаю, блин, какие-то звуки вокруг. Это просто... Это просто пипец. Да кто там рычит, тут окно. Вот как неохота никуда идти, честное слово. Хорошо. Я даже... Да кто там долбит-то сверху, ну? Это же обалдеть. Фу, так, ладно, все нормально. Это в порядке вещей в этой игре. Эм.
Приятно, когда ребенок где-то вдалеке завывает в таком окружении. У меня вообще уже просто клаустрофобия. Да, сюда я явно не хочу. Так, сохраним. Так, кто долбит-то сверху? А, ну вот и оно, да. Пасхалка от разработчиков. Хорошо, так, сохранимся, это вдруг я сейчас еще в пасхалке умру, это будет вообще смешно. Так, ну и тут лежит КПК, в котором поздравления ото всех разработчиков. Я их вам читать не буду, а я просто их пролистаю, потому что к сюжету это не имеет никакого данного. Так, от Эдриана Кармака, спасибо. Он был художником и совладельцем. От Джона Кармака, спасибо. От Кевина Клауда. От Тодда Холленшеда. Как он много написал. Ладно, у нас сколько всего, да? Да, хорошие люди. Вот. Кристиан Энткоу. Говорит спасибо своим родным и друзьям. Тимоти Бессет. Своей жене, родителям, друзьям. Так, хорошо, кто еще? Их довольно много здесь. Мел. Кому интересно, почитайте на паузе. Энди Чен. Энди Чен я, по-моему, даже то есть, видел в каком-то интервью лицо. То есть они все знакомы, кто давно уже следит за ID Software, знает этих людей. Джим Дозе. Увидимся в комплексе Дельта, пишет. Пэт Даффи. Нашел кирпичик. Да, я тут много кирпичей в этой игре нашел. Как говорят, построил кирпичный дом. Это правда. Мэтт Хупер, Джеймс Хоуска, Донна Джексон, Джерри Кихен, Сенека Минард. Фредерик, Кеннет Скотт, Марти Стрэттон, Патрик Томас и Джим Ван Ваверен. Ух, как. Наверное, австралиец. Так, ну и все, и последний. В общем, такая вот пасхалочка. А теперь пора двигаться к финальному бою. Поскольку я помню, пасхалка говорили, что находится прямо перед боем с финальным боссом игры. Кто бы он там ни был. По-моему, кибердемон должен быть. Твою мать. Поменьше ничего не было. Да, офигеть. Красавчик просто. Ой, у вас еще перед такой, да? А, ой, ой, тихо-тихо. Есть мнение, что нужно долбить его чисто кубом душ. А, подзаряжать его на мелочь, вот на этой пузатой. Но я не уверен, честно говоря, но мне кажется, что это так. Так, где еще кто есть? Ты, вы просто посмотрите, какая это дура, это же офигеть просто. Чем-то на Крогана похож. И, кстати, жизни он мог бы снимать и побольше, конечно, чем 4-5% до попадания. Ну да ладно. Пошло. Заодно жизни себе прибавляем. Ну, не знаю. По-моему, это очень легко. Да, под конец я понимаю, что в игре упоротый баланс. Так,
Хорошо, с нас сняли целых 4%. Это очень опасно. Так, подожди, она еще не готова? Или готова? Нет, не готова уже. Что я делаю? Ну, я так понимаю, что... О, вот это было плохо. Так, можно продолжать до победного. Блин, это было не то, что я хотел, ну да ладно. По сути, нужно взять что-то более убойное. Сейчас найдем. Скажем, вот эту. Так будет быстрее. Так, остался еще один. Все, можно использовать. Хорошо, уже 3 раза вошло, по-моему. Так, 2, 3, 4, 5. Пошло. Неужели все? Это было просто элементарно. Офигеть. Не, ну сделано круто, конечно. Все, портал закрыт. Опасности уже, можно сказать, нет, похоже, что ли. Так, это... А, это наши. Давайте, говорит, докладывайте, что видите. Здесь массивные повреждения по всему месту. Место выглядит как ад. Но здесь есть признаки жизни. У нас выживший пехотинец. Can you hear me? Echo One, this is Recon Zulu. Prepare for medevac. Copy that. Have you located Counselor Swan? Yes, sir. He's dead. Roger, Recon One. What about Dr. Betruger? А доктор Бетругер? He's nowhere to be found, sir. Его не нашли. Какая дура. Обалдеть. Блин, ну это было круто. Ну, короче, что я могу сказать? Под конец я утвердился во мнении, что игру сильно, как это говорят, понерфили в плане сложности, потому что даже последний босс вообще не составил никакого труда, как вы видели. Разобрали моего буквально там, позевывая одной рукой, учитывая, что мне рассказывали, что он просто очень дико сложный. Не знаю, но это удивительно. Понятно, для чего это сделали, но тем не менее, под конец я уже перестал получать удовольствие от игры, именно поэтому, потому что челленджа особого нет. Но тем не менее, крутая игра, именно в плане постановки, в плане сюжета. Конечно, очень многие моменты перезатянуты, но по сути все равно достаточно интересно было. И именно несмотря на то, что прошло 8 лет с момента ее выхода, до сих пор очень круто играется и очень мало у нее аналогов в этом жанре. Наверное, только Dead Space, который мне очень похож. Ну и то там, конечно, с оговорками. В целом игра, повторюсь, очень крутая. Не скажу, что шедевр, но очень близко к тому. Наверное, одна из лучших игр вообще в жанре именно хоррор-шутера, потому что тут геймплей просто великолепен. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Прохождение было довольно объемным и долгим. Возможно, мы возьмемся за дополнение Resurrection of Evil, но чуть-чуть попозже, повторюсь, игра ввиду своей дикой продолжительности успела под конец, я успел от нее подустать, поэтому если я и возьмусь, то после небольшого передыха. Так что на этом все, надеюсь, вам понравилось, с вами был Артур, всего хорошего, пока.